Безопасность школьников на особом контроле. О подготовке образовательных учреждений к Новому году сегодня говорили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Чувашии. Ремонтные работы на этой неделе должны завершиться во всех учебных заведениях. Пока полностью готовы к 1 сентября 97% школ. В ближайшее время еще предстоит протестировать системы экстренного оповещения. Дмитрий Ковалев с подробностями. Серьезных нарушений во время приемки школ к новому учебному году выявлено не было. Этим летом во многих образовательных учреждениях республики провели капитальный ремонт. Где-то благоустраивали территорию, меняли кровлю, где-то классы оснащали современной техникой и пожарной автоматикой. В ходе подготовки к новому учебному году проводятся следующие мероприятия. Это капитальный ремонт в 178 образовательных учреждениях. Текущий ремонт учебных помещений в 282 учреждениях, замена ученической мебели, оборудования в 135 учреждениях, благоустройство территорий, это 234 учреждениях, ремонт и замена охранно-пожарной сигнализации. Пожарными сигнализациями теперь оборудованы все школы Чувашии. Но за их безопасность отвечает и специальная рабочая группа. Рабочей группой осуществляется координация и взаимодействие с правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, рабочими группами других органов исполнительной власти Чувашской Республики и муниципальных образований. На заседаниях рабочей группы обсуждаются нарушения, выявленные в образовательных учреждениях в ходе надзорной деятельности. На недостатки, которые были выявлены во время приемки школ, закрывать глаза нельзя, отметил глава региона. Результаты этой работы необходимо проанализировать. В ходе оценки приема общеобразовательных учреждений, где какие уязвимые места нашлись, надо их устранять. И при уточнении бюджета нужно закладывать соответствующие средства. Здесь дискуссировать бесполезно, надо просто исполнять. Других вариантов быть не может. Вопросы безопасности в государственной политике ставятся во главу угла. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.